Я зарегистрирован представителем Even Россия. И где-то в начале июня случился там сбой, и многие сайты, либо часть функционала этих сайтов перестала работать. Высшее руководство квалифицировало это событие как киберинцидент. Например, сайт украинский Avon UA, да, он вообще не работает. Да? Давайте посмотрим, что же с российским сайтом происходит. То есть видите, как он подгружается странно так вот. Ну ладно, это ерунда. Я вхожу, посмотрим, там у них пишется, да, они продлили компанию 8 на неделю. Вот, но не всех это устроило. В общем, в основном это, конечно, хорошо для координаторов, которые должны заквалифицироваться, достичь определенного уровня продаж. Но для представителей, конечно, у которых есть уже клиенты по девятой компании, это невыгодно. Что же мне писали? В чем же был сбой? Да? То есть, вот не буду это озвучивать, да, вы можете это остановить видео и прочитать вот эту всю информацию. Вот такая вот информация была. Теперь хочу показать, что же у нас, какая информация есть о сбое в интернете. Она есть на официальной странице ВКонтакте. Вот самая свежая информация. Вчера, да, видите, люди работают и в субботу, и в воскресенье. Вот понятно, что, скорее всего, за дополнительные выходные, либо за двойную оплату. Вот еще проблема осложняется тем, что многие сотрудники работают удаленно, да, без доступа в офис. Вот. То есть творится какой-то полный писец. Я, кстати, лично работал с этим Анжелой Крецу, когда еще в Эйвен работал. Вот сбой за сбоем. Давайте посмотрим, что пишет же Анжела Крецу. Что творится? Киберинцидент, который влиял на работу некоторых систем, затронул ряд операций. Ну, то есть все началось где-то 11 числа примерно. Вот так вот. Так что обычно, когда кризис какой-то наступает, то Вейван рассвет, потому что все уволившиеся с обычных работ идут работать представителями, но здесь же сейчас в связи с пандемией запрещены многие контакты, ограничены между людьми, поэтому Эйвону, конечно, сейчас не сладко.